следующий день ты нашел этот дом. Когда ты прилетал на этот вечер вдвоем, если кончится день, нам останется он. Я купил его в давешней лавке. Мы погасим весь свет, и мы станем смотреть, как соседи напротив пытаются петь, обрекая бессмертные души на смерть, чтобы остаться в живых в этой давке. Здесь только колодцы, будет нечего пить. Если хочешь здесь жить, то умей свою прыть, научись добежать, то слегка тормозить, подставляя соседа под уши. И когда по ошибке зашел в этот дом Александр Сергеевич с разорванным ртом, то распяли его, перепутав с Христом и узнав об ошибке днем позже. Здесь развито искусство смотреть из окна и записывать тех, кто не спит, имена. Если ты не виновен, то чья в том вина? Важно первым успеть с покаянием. Поехали кто? Не еще, а уже. И душа как-то левее, верхом в неглиже, то Вергилий живет на втором этаже. Он поделится с ним подаянием. Здесь полголос любят, здесь тихо кричат. В каждом яде есть суть, в каждой чаше есть яд. От напитка того поэты не спят, издыхая от недосыпания. И во праве вас только лед и туман, но порой я не верю, что это обман. Я напитком таким от рождения пьян, это здешний каприз мироздания. Рассвет, ты не выход, но видя голову лучший ответ. Ты уходишь, и я улыбаюсь. И на завтра мне скажет твоя жена: ты не прав, господин. Я вспомню твой взгляд и скажу ему: ты перепутал, мой брат. В этой жизни я не ошибаюсь.